Всем привет, меня зовут Карина, добро пожаловать на мой канал. И это видео будет про Казань. Я родилась в Казани, и уже 4 года я живу и учусь в Москве. И за эти 4 года я встречала просто невероятное количество людей, которые говорили мне о том, что они хотят или планируют поехать в Москву, и спрашивали моего совета, где же попробовать настоящую татарскую кухню. Поэтому я решила, что это видео будет именно про татарскую кухню. Сходим в татарские рестораны, попробуем различные татарские блюда, и я расскажу вам, куда же пойти, где вкусно покушать, где покушать недорого и что брать. А также немного расскажу о каждом татарском популярном блюде, поэтому вы будете готовы к вашей поездке в Казань. Мы решили поменять маршрут, и, скорее всего, мы поедем в другой татарский ресторан. Это целая деревенька. Должно быть круто. Ну что, мы пришли в первый ресторан, который называется «Туга на Волым». Очень прикольно по атмосфере. Прям первое впечатление клевое, тут даже есть печь. Я заказала себе татарскую лапшу, суп, называется «Токмач». Только я заказала без КТГ. Мама заказала себе суп с кониной. Вот, попробуем. Мы решили сегодня по лайту, не есть пирожков. И еще мы заказали кастыбы. Это такая выпечка с картошкой внутри. Ну, не выпечка, я не знаю, как это назвать блюдо, я обязательно вам покажу. Это лепешка, да. Типа лаваша, а внутри картошка. Вот. И мы заказали казанский травяной чай. В общем, черный чай с смесью каких-то трав. Называется «Вкусная Казань». Но мне здесь очень нравится такая татарская атмосфера. Очень прикольно. Да, старая татарская атмосфера. Такое все, как будто мы в какой-то избушке сидим. Есть всякие десерты, есть меню даже обычные, типа стейк лосося. Да, есть каша за 70 рублей. Короче, круто. И сейчас мы сидим и думаем, что мы сюда раньше не приходили, потому что реально клевое место. Цены нормальные, красиво, атмосферно, вкусная домашняя еда. Ну, значит, вкусной я рано говорю, но я думаю, что должно быть вкусно. Всем горшочки подаем. Пробуем татарский супчик. Какая вкусная лапша. Он такой с курицей, с лапшой. Лапша очень тоненькая. Так, давайте посмотрим чек. В общем, вот эти два чая, ой, два супа. Суп 190, второй 210. Мы поели на практически 500 рублей. Вот чай только стоит 500 рублей, а все остальное... Пожалуйста, тут даже есть выпечка. Кстати, выпечка стоит дешевле, чем в Бахатле в Москве. В ресторане в Казани выпечка стоит дешевле, чем в Москве в магазине. Ну что, добрый день. Сейчас мы пришли во второй ресторан, который называется «Биляр». Будем пробовать какие-нибудь другие блюда из татарской кухни, которые мы не попробовали в прошлый раз. И обязательно расскажу вам. Нас обманули. Суть в том, что здесь «Биляр» — это просто ресторан при отеле «Биляр». Это не тот, который мы думали. Поэтому сейчас, скорее всего, мы пойдем в ресторан татарской национальной кухни на Баумана. Мы очень давно хотели сюда сходить. Наверное, там очень дорого, но мы готовы. Ресторан татарской национальной кулинарии. Собственной персоны. Ну что, первое испытание на пути к татарской кухне. Мы должны подождать минут 15-20, потому что здесь нет мест. Сегодня праздник, 1 мая, поэтому... Смотрите, здесь чак-чак их собственного производства. Вот такой вот он. Будет маленький, и есть вот такие вот большие. Ура! Столик освободился. Ага, спасибо. Смотрите, здесь есть пометки для веганов или вегетарианцев, уж не знаю. А зубы татарские. Вот это вот фирменные треугольники с бульоном. Итак, мы наконец-то определились с нашим выбором. Мама заказала томлетовок. Там куриное филе, тушеное с разными овощами в мясном бульоне.
Я заказала себе суп с бараниной от первого шеф-повара этого ресторана, который уже умер. Вроде говорят, что у него какой-то специфический вкус, но не знаю. Папа заказал туганьяк. Это блюдо с бараниной. Мы заказали татарский чай, который включает в себя смесь черного и зеленого чая разных трав. И татарскую сырную лепешку с чесноком, сыром, в общем. Сейчас объедимся, да. Ну что, мы пробуем татарский суп. Очень такой нежный вкус, и мясо очень вкусное. Даже есть перец чили, между прочим. Этот суп мне нравится, я его советую. Супчик классный, мне очень нравится. Такого специфического привкуса баранины, как мне обещали, я не чувствую. Поэтому смело берите, мясо очень вкусное, очень нежное. Вкусные овощи, вкусная картошка, вкусный бульон. Тут выглядит вынос мозга. Миндаль, пожалуйста, стручковая фасоль, листья салата, мозги. Сейчас я буду пробовать говяжьи мозги. На ощупь не очень. Я не очень хочу это есть. Ну, попробуй. Вкусный, кстати, нежный, вкусный. Похоже на кожу от курицы. Не заказывайте. Подожди. Я пробую. Пошел. Итак, сейчас я пробую блюдо с бараниной, которое называется туганьяк. В переводе дословно с татарского языка. Это дальний родственник. Здесь у нас картошка с мясом. Баранина. С мясом баранины. Вкусно. Мне кажется, картошка как запеченная, не жареная. Мясо тоже очень вкусное. Именно... Мне нравится способ приготовления, что тут не пережарено, нет никаких жареных косточек, а именно все такое нежное. Попробовала все блюда, которые мы заказали, и мой суп мне понравился больше всех. Моя курица самая вкусная. Да, мама говорит, ее курица самая вкусная. Не как из супа, она... Нет, картошка как из супа, это не значит, что плохая, вкусная. Все блюда вкусные на самом деле, несли нам их недолго. Кроме мозга. Да, мозги не понравились. Нет, это мне понравилось, вкусно. Так, быстренький апдейт. Чак-чак, который мы здесь купили, оказался не таким вкусным, как мы ожидали. В общем-то, он крошится, как печенье. И больше чувствуется тесто, чем карамель. Какая-то вот эта медовая штучка. Бывает и повкуснее. Ресторан татарской национальной кулинарии нам понравился. Поэтому смело вам советую его. Обязательно приходите, попробуйте разные блюда. Цены здесь, конечно, немного дороже, чем в других ресторанах. Все-таки это татарский национальный ресторан, поэтому будьте готовы, что немножко дороже. Пришли в татарскую слободу. Конечно же, угадайте что, мест нет. Будем ждать, на улице адская погода, я не знаю зачем. Мы выперлись в такой мороз и в такой дождик. Но мы надеемся, что скоро нам дадут места, и мы хотя бы чай попьем и отдохнем. Ура! Нас посадили. Мы ждали очередь, кстати, недолго. Примерно минут 10, может, даже меньше. Тут нам принесли меню, и, в общем-то, как мы уже поняли, из татарской национальной кухни всегда присутствует картошка, мясо и... А? И бульон. Да, картошка, мясо, бульон и выпечка. Сегодня мы хотим... Без супа обойтись, чего-то попробовать такого сладкого или какую-нибудь выпечку. В общем, мама хочет заказать кастыбы и чак-чак. Кастыбы — такое блюдо с картошкой. А чак-чак, я тоже рассказывала уже в татарской национальной, в ресторане татарской национальной кулинарии. Это тоже такая сладость. Нет, давай мы, если мясо захотим, пойдем в веганское место. Ну, для полноты, это как раз все татарские. Давай я закажу, что ты Кого? Чувачка. Мама решила заказать эчпочмак с тыквой. Но это разве татарская с тыквой? Да, они все любят с тыквой печь. Кстати, что еще прикольно, что в этом месте, на обратной стороне, помимо татарской кухни, есть еще меню европейской кухни. Поэтому смело можно сюда пойти, если вы хотите попробовать что-то из татарской кухни, но также и поесть нормальной европейской еды. Вот, талкаш халеве. В общем-то, это такие тоненькие ниточки меда. Губадия. Я уже говорила, видите слой риса, изюм, творог и кастыбы.
Вот то самое блюдо с картошкой. Дико. Заказали только выпечку и что-то сладкое, но для такого заказа несли достаточно долго. Мама уже стала недовольна. Потом мы хотели заказать еще треугольник, и нам сказали, готовиться будет больше часа. Потом, другой треугольник. 30 минут, 40. Сейчас я, между прочим, первый раз в жизни буду пробовать алкаш халяве. Такая медовая штучка. Да, прям похоже на сладкую вату. Вот это именно тот чак-чак, который должен быть. Он не похож на печенье, он не разламывается. Здесь меньше привкуса выпечки и больше именно такой хрустящий и карамельно-сладкий вкус. Смотрите, в губадье слишком много риса. Мне не очень. Ну, она вкусная, но вот этот факт меня огорчает. Ну что, мы покушали. Счет у нас вышел 830 рублей за чаечек со сладостями. Но еще и костобой были. Атмосфера очень нравится, 100% лучше, чем в доме татарской кулинарии. Здесь играет татарская музыка. Здесь сейчас приходил играть какой-то мужичок на гармошке. Все такое антуражное. Насчет кухни, во-первых, мне не очень понравилась губадия. Было слишком много риса. В Бахатле она гораздо вкуснее. Во-вторых, нам долго несли. То есть пирожки-то должны быть уже готовые. Нам очень долго несли, и чай нам долго несли. А когда мы захотели заказать треугольники, нам сказали, что мы должны еще и ждать час. А в-третьих, костыбы были вкусные. Чак-чак тоже был вкусный. В общем, в целом хорошее место. Если вы хотите именно татарской атмосферы почувствовать, то я советую приходить сюда, не в дом татарской кулинарии. Приезжайте. Очень прикольно, что на территории этого комплекса еще есть разные такие лавочки с сувенирами. Есть даже такая комната в формате open kitchen, где стоят девушки, они пекут пирожки, они лепят их. И как бы можно посмотреть, как лепится, посмотреть, как готовится. Это очень интересно. Ну что, диета татарской кухни продолжается. Сейчас мы в Меге, и мы нашли еще одно место, которое называется «Гусь», кафе татарской кухни. Мы взяли, конечно же, татарский чай. Возьму торт «Каяш». Это морковный торт с сырным кремом написано. Не знаю, насколько он татарский, но «Каяш» по-татарски — это солнце. Но ресторан находится на фудкорте. У него такое свое собственное пространство, мягкие кресла, в общем, прикольно, цены нормальные. Итак, оцениваем меню. Здесь все то же самое, в принципе. Супы. Мы недовольны. Во-первых, к нам не подходил официант чуть ли не полчаса. Чай уже несут чуть ли не полчаса. А потом заказали треугольник. Через 5 минут говорят, треугольника с уткой нет. Мы говорим, ладно, с телятиной. Потом подходит, извините, треугольник с уткой есть, телятины нет. Мы такие, ну ладно, давайте с уткой. Потом подходит еще раз, а елиша нету. В общем, в итоге мы уже тут сидим почти полчаса, и нам еще ничего не принесли. И сейчас придут, скажут, а чая нет. Или пирога нет. Морковный пирог. Видите, какой треугольник. И чпачмак. Внутри вот он такой вот, мясо утки, картошка. Ой, так вкусно пахнет. Вкусно, но в Старбаксе вкуснее. Ну что, это место Гусь нам не понравилось. Тортик был так себе, хотя треугольник был не очень. А треугольник был нормальный. Вот, но обслуживание такое себе, и половина чего у них нет. Ну что, сейчас мы идем в Бахетли. Итак, смотрите, номер один, что можете попробовать. Это птичье молоко. Конфетки, вот сколько стоит. Кстати, очень вкусные. Далее, смотрите, целая стена чак-чака, ручная работа, именно производство Бахатле. Если хотите какой-нибудь сувенир привезти, то даже есть вот такие. И я взяла себе элеш на постном тесте. Еще мне здесь очень нравятся костыбы. Я вам очень советую их взять здесь попробовать, но я их брать не стала, потому что мы их только что кушали.
И вообще, Бахетле по выпечке, по какой-то такой домашней еде мне нравится больше, чем Эдельвейс или какие-то другие магазины. Здесь огромный выбор вообще на какие-то десерты, на сладости, на выпечку. Просто разбегаются глаза, и честно, хочется все, поэтому не идите сюда голодные. Вот, но если сравнивать этот супермаркет, то вроде бы я знаю, что в нем цены дороже, чем в Пятерочке, в Магните. Ее любимая из магазинов это Эчпочмак, Перемяч, Элеш с курицей, КСТБ, Чак-Чак бывает маленький, Губадья, но у нее очень специфический вкус, то есть я ее, мне кажется, в жизни ела раза два всего лишь. Вот, и птичье молоко Бахетле тоже интересное, вкусное. Необычный вкус.